Друзья, вот процесс копчения в самом разгаре. Сейчас я вам хочу показать на промежуточном этапе, что происходит с рыбой в коптильне. Вот тут горит костер у нас. И сейчас мы вам покажем, что происходит именно с рыбой. Вот смотрите, она еще влажная. И мы специально открыли крышку, чтобы вышел весь дым полностью. И рыба высохла. Сейчас она уже немножко прогрелась, и испарение вот этой лишней влаги со шкурки идет очень быстро. Вот периодически такую процедуру мы проводим во время копчения, чтобы рыба потеряла лишнюю влагу и сохранила исключительно только свой жир. Тогда вот она приобретает именно свои неповторимые вкусовые качества. Следующее видео будет немножко позже. Друзья, спасибо. Заказывайте свою Ачуевскую с распахом. Телефон на нашей страничке. Звоните. Хорошего дня вам. Пока.